В УФСИН России по Ульяновской области прошел конкурс профессионального мастерства. 12 сотрудников службы впервые боролись за звание «Лучший работник исправительных центров». Участники прошли конкурсные испытания по физической и огневой подготовке, а также показали знания нормативно-правовых актов России. Лучше всех со всем этим на региональном этапе справилась старший инспектор участка исправительной колонии номер 9 Валентина Брагина. Нет, спаррингов не было. Хотелось бы. Нормативы, да? Нет, у нас был мег 1000 метров. Далее у нас был челночный бег, боевые приемы борьбы. И КСО – это за 30 секунд, за минуту вы должны 30 раз отжаться и 30 раз пресс сделать. Для меня физическая подготовка дается несложно, потому что я раньше была спортсменкой, я мастер спорта России по кикбоксингу. Знание приказов, естественно, мы же регламентируемся, наша деятельность вся связана с регламентирующим базой приказов. Но они обычные, простые, мы должны их всех знать. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня служебной деятельности, выработки устойчивых навыков действий в экстремальных ситуациях. В начале июня Валентина Брагина отправится в Вологду уже на всероссийские соревнования конкурса УФСИН. Будем надеяться, что она выиграет их с той же легкостью.